Дороги Мозыря, как центральные, так и дворовые, продолжают активно ремонтировать. Очередь дошла до участка проезжей части по улице 17 сентября, дома номер 19, до улицы Ленинская. С 13 июля там закрыто движение автотранспорта. Внимательными стоит быть пассажирам автобусного маршрута номер 11. Временно он ходит через остановочные пункты. Площадь Ленина, площадь Горького, стадион Ларек и улица Данилевского – конечный пункт маршрута. После окончания ремонтных работ автобус номер 11 будет ездить по старому маршруту.